Бюро находок ищет. Черную барсетку с документами на имя Головина Андрея Викторовича утеряно в начале августа в 47-м микрорайоне обещанного вознаграждения. Коричневую барсетку с документами на имя Софиулина Фаниса Хабибуловича утеряно 15 сентября, возможно, по юности, либо в такси, либо по Химиков 66-Б обещанного вознаграждения. Водительское удостоверение, техпаспорт на имя Шадрина Алексея Викторовича обещанного вознаграждения. Ключи от автомобиля Kia Rio утеряны 14 сентября по 30 лет Победы 11 обещанного вознаграждения. Водительское удостоверение и документы на автомобиль на имя Гайфуддинова Рената Раисовича утеряны 12 сентября в районе ТЦ СМ-Построителя обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.